сборной Франции. 4-1. Молодцы армяне. Не сдались. И Акопян. Акопян. Отсиделся он последние минут 15 на своей половине поля. Отбирал там мячи у Люка Диня. Ну и вот неожиданно появился в штрафной площадке французской команды. И на удивление, наверное, для себя и для своих партнеров удалось ему здесь получить передачу.